Thank you.
видеть в прекрасном клубе, клубе Алексея Семеновича Козлова. Мы рады сидеть на этой сцене с такими инструментами. Хочу представить проект, который называется «Зимнее солнце». Этот проект был зачат 2 года назад, когда я лично услышал в первый раз исполнителя на гуслях звончатых Павла Лукоянова. Через год наших проб и первых выступлений к нам присоединился мультиинструменталист, исполнитель на перкуссиях, на ударных инструментах, композитор, художник Заги Талыков. Меня зовут Одиссей Гусевич. Следующая композиция – это фантазия на тему русской народной песни «Айя по лугу». Thank you.
Следующая песенка называется «Магическая тарелка». Thank you.
Следующая пьеса написана на стихи Вельмира Хлебникова, называется «Свирель». Посвящается моему брату Федору Богусевичу. Я свирел в свою свирель, а мир хотел в свою хотель. Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток. Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Thank you.
Следующая пьеса называется «Колокола». Thank you.
поехали давать. Фантазия на тему, народной темы Камаринская.
Следующая песня называется «Самба Анатоль». Композитор Загита Лыков из сюиты «Бал для Дади». Скоморохи.
Паша хочет рассказать, как он был как-то раз в Балканах и видел там палочку и перестал играть пальцами. Я нашел на дороге вот такую палочку интересную, которую играют на инструменте с ходом с гуслями, цимбалы. Вот этот инструмент есть и в Молдавии, и в Белоруссии очень популярен, и в Венгрии. Вот. Это получается гусли, по которым ударяют молоточками. И вот я подумал, что было бы интересно применить этот прием и для гуслей. Сейчас вы послушайте, как это звучит. Джошуа, который выиграл битву при Иерихоне, Spirituals в нашем исполнении. Thank you.
Ну и, конечно, по традиции в джазовом клубе звучат гусли блюз. Напоследок сегодняшнего вечера, во-первых, я хотел сказать, что наше трио «Зимнее солнце» летом записали, мы записали альбом, который называется «Реминисценции». Этот альбом вы можете приобрести у нас после концерта. А сейчас мы исполним композицию, последнюю композицию, которая называется «Путешествие автостопом». Обычно так, пока мы сейчас и путешествуем.
Спасибо. Загита Лыков, ударные. Павел Луканянов, гусли сборчики. Меня зовут Алексей Борисович. Большое спасибо. Трио «Зимнее солнце». Если приобретете наш компакт-диск, музыка будет вечной.